Делаю запасы.
что-то оставить. Взяла. Полезная травка.
сейчас карман не тянет. Вот смоляной утес. Агент Марада должен быть на рыночной площади. И где этот агент? У него было время собрать сведения. Надо поискать. Конечно. Недавно был кто-то и явно спешил. Это агент Марада. Люди Дорвала его нашли. Выходит, он что-то знал. Посмотри. Он нарисовал карту своей кровью. Да, таким картам стоит следовать. Вот смоляной утес. Он отметил точку на севере. Наверное, Дорвал тут. Мои люди ждут у границ города. Я приведу их сюда.
нужно хранить? Цепями. Дервал — техник. Наверное, он на них экспериментирует. Или на части разбирает. Они помогут мне навести шороху. Я пойду первой. Ждите, пока завяжется бой. Хорошо. Мы тебя прикроем. Выпускайте машины! Стреляйте в цепи! Thank you.
База наверняка там. Надо прорваться. Вот чем они защищаются от этого жуткого звука. Удача на моей стороне. Это даст мне преимущество. Эрент, Дервал пытал меня. Он мало знает. Почему ты не взяла меня? Я должен был пойти. Пусть я никчемный пьяница, но... Нет, дурак. Дервал прислал письмо. Вызвал меня на переговоры. Я знала, что это ловушка. Потому не взяла тебя. Чтобы ты не попался. Просто я переоценила свои силы. Думала, что справлюсь. Послушай... Дервал сделает в Меридиане что-то страшное. Сказал, Ават увидит, как дым застилает его обожаемое солнце. Ты нужен королю. Игры закончились. Пора быстро становиться взрослым. Понял. Обещаю. Смотри, выполни, братец. Эрза. Нет, нет, не умирай. Я не подведу. Обещаю. Эрент. Соболезную. Надо найти Дервала. Но Меридиан такой большой. Я осмотрю его вещи. Может, найду зацепку. Эту машину разобрали со знанием дела. Что он тут проворачивал? И хочу ли я вообще это знать? Странное устройство. Красиво сделано. Что будет, если включить? Вроде работает. Ну-ка, давайте скажите что-нибудь, лапочки. А что сказать-то? Я даже не знаю. Да что угодно. Я просто хочу услышать твой голос. И сохранить его. Я спалил, папа! Ла-ла-ла-ла-ла-ла! Прекрасно! Песня и смех. Это даже лучше, чем слова. Ты смогу услышать, когда захочу.
нечего терять. Рабочие записи из мастерской. И какое-то письмо, боже. Он переправлял в город обнижа. Найдем его, найдем и Дервала. Кажется, я что-то обнаружила. Нам надо вернуться во дворец. Иди. Я догоню. Я должен позаботиться о сестре. Сюда должен был прибыть Насан. Предел мастера. Я уже близко. Олин сказал, он нашел образ той женщины в древнем устройстве. Если это моя мать, что она могла делать здесь, так далеко от земель Нор? Я не понимаю. Кто она? Ее имя Элизабет Собер. Ты... Опять в моем визоре.
Ну, выкладывай. Что тебе о ней известно? Следуй, куда шла, и скоро ты будешь знать о ней столько же, сколько я. А то и больше. Но имей в виду, предел мастера заняли воины затмения. Чтобы помочь тебе, я припрятал возле руин особое снаряжение. Визор покажет тебе, где именно. Дорогу. Я видел места, где ты побывала. Новые поселенцы не ценят твое искусство. Свалили твои творения в яму. Но я знал, что искать. Возня на земле. Щедрая россыпь брызг. Я же говорил, еще свидимся. Нил, а ты все охотишься? О да. Я затачивал клинок, предвкушая запах сражения. Не пойми превратно. Эти мрази и так очень пахучи. Но капля паники еще больше подчеркивает аромат, как благовоние. И как же зовут твой нож? Что за вздор давать имя ножу? Ну вот и поговорили. Ты готова? Только не думай, что мне это нравится. Не волнуйся, они унесут твой секрет в могилу. Здесь! Я вышел по тебя! Настя!
громкие. Их слышно издалека. Которому достаточно одной минуты, чтобы уничтожить целую деревню и скрыться. Отлично. Солнце. Он целый час ныл из-за того, что в доме новая сильная наложница. Ему стоит найти себе новое развлечение. Остановили мятежников из загадной крепости. Я занимаю по праву. Минус солнце. Когда закончу с этим, сил у меня не останется ни на что. Я найду тебе применение.
Никогда не знаешь, когда пригодится. Сейчас дождь пойдет. Все, как он и сказал. Неплохой набор. Это мне пригодится. Зачем ты мне помогаешь? Я хочу, чтобы ты одержала верх. Удачной охоты. Еще поговорим. Стой! Чтоб тебя, зараженные рыскари. На страже. Затмение и зараженные машины действуют заодно. Одна счастливая в затмении, как он сказал.
Вот, вот, впечатляет. Что здесь делали? Тут раскопать. Thank you.
Взрыв. Пока я с ним не разберусь. Мой визор перестал работать. Проверь, я отключил его. Дело за тобой. Я справлюсь. Да не подставляйте ее сюда! Так, у того... Ну, что ты мне скажешь? Что? Что это? Сущность жива! Неприемлема! Что такое было? Аид? Эй! Таинственный незнакомец! Ты это видел? Молчишь, да? Ну-ну. Я уже ничего не понимаю. Мне нужно пробраться в эту башню. Thank you.
Неплохо. Попробую тут протиснуться. Проводится опознание. Опять такая штука. На 355 510 дней опаздывайте на встречу с мистером Парой. Поднимитесь на 35 этаж. Стоп. 350 тысяч? Это же сотни лет. Что за дела?